Из Калькутты мы отправились на Андаманские острова, расположенные в Индийском океане, на расстоянии 1200 километров от континентальной Индии. Андаманы представляют собой три больших острова, почти целиком соединенных автомобильной дорогой, а также более 500 обитаемых, полуобитаемых и совсем необитаемых островов. Прибыв в административный центр, город Порт-Блэр, мы тут же отправились на пристань Феникс, чтобы отплыть оттуда дальше, на остров Хейлок, до которого было еще 47 километров. Там мы намеревались хорошенько отдохнуть после интенсивных переездов по Индии. Через 2 часа плавания на горизонте появился утопающий в зелени пальм и мангровых зарослей остров Хейлок. Остров имеет размеры 24 километра на 12. Попасть сюда можно только на пароме из Порт-Блэра. Хейлок освоен только с северной стороны, южная часть острова пока необитаема. Уже в сумерках мы поселились на пляже номер 5, называемом также Виджайнагар Бич, в отеле Prestige Beach Resort. Бунгало совсем не удобно. Лесок какой-то, красивый отель, лесок. Еще тут назад его найти. Пригород в ночи встретился на дороге. Это вид из нашего бунгало. До моря было каких-то 30 метров. Шум волн был слышен и днем, и ночью. Правда, днем на этой стороне острова был отлив. И чтобы окунуться в море, надо было довольно далеко идти. Поэтому мы ездили на другую сторону острова, на пляж номер 7. Первый раз, когда мы приехали на 7-й пляж, то там, кроме нас и пары собак, вообще никого нет. После многолюдных индийских городов это вызвало глубочайший восторг. Пару десятков отдыхающих появились только ближе к обеду. Пляж номер 7, также называемый Радханагар Бич, считается одним из самых красивых пляжей в мире. Он находится на западе острова в 15 километрах от пляжа номер 5. Местные газеты утверждали, что именно здесь снимали некоторые сцены фильма «Пираты Карибского моря 2». Но я внимательно пересмотрел весь фильм и не обнаружил видов острова Хейлок. Правда, Джонни Депп, сыгравший капитана Джека Воробья, в 2006 году действительно посещал этот остров. Об этом сообщает плакат над кассами на паром.
В один из дней, обедая в одном из пляжных ресторанчиков, мы стали свидетелями бурной ссоры. Но это был единственный случай за весь вечер. Местные жители очень спокойно и доброжелательны. Всегда не обошлось без знакомства с местным усатым полосатым жить. Один из дней мы решили посетить тренировочный лагерь слонов. Но, увы, буквально за полчаса до нашего приезда слоны ушли в джунгли на несколько дней, как кот. В этот же день нас угораздило поехать на пляж на велосипеде. Неизвестно, сколько из 30 километров туда-обратно. Мы ехали на них, а сколько они на нас. अजब सी अदाएं हैं ओ आँखों में तेरी अजब सी अदाएं हैं दिल को बना दे जो पतंग सांसें ये तेरी Вскоре возле нашего бунгало знакомая Елены собачонка родила щенят. К себе она подпускала только нас двоих, хотя подкармливала ее весь отель. अजब सी अदाएं हैं दिल को बना दे जो पतंग सांसें ये तेरी वो हवाएं हैं Hey
В один из дней нас потянуло на новые приключения, и мы решили пройти через джунгли на Слоновий пляж, расположенный ближе к северной конечности острова. Сначала шли по небольшой тропке, которая вскоре исчезла. Периодически мы выходили на Слоновию тропу, которая тоже постоянно исчезала. Пробуждав по джунглям, пройдя не менее 5 километров, мы все же вышли к морю в заданном районе, слегка ободранные, но счастливые. Кисон, папе перешел, моя умничка. Вот это мы собрали на берегу в одном месте, буквально на 2 квадратных метрах. Здесь, на берегу, мы встретили много поваленных деревьев. Это последствия землетрясения и мощного цунами 2004 года. На Андаманах тогда погибло около 5000 человек. Эпицентр находился как раз недалеко отсюда, возле индонезийского острова Суматра. Это мы решили подкрепиться ананасом с виски. जैसे खोया हूँ कहना चाहूँगी तो तुमसे क्या कहूँ तुमको पाया है तो जैसे खोया हूँ कहना चाहूँगी तो तुमसे क्या कहूँ किसी ज़बान में भी वो लफ्ज़ ही नहीं कि जिनमें तुम हो क्या तुम्हें बता सकूँ मैं अगर कहूँ हसी कायनात में नहीं है कहीं तारीफ ये भी तो सच है कुछ भी नहीं तुमको पाया है तो जैसे खोया हूँ Остров Хейлок оказался самым настоящим раем на Земле. Ну, увы, отпуск подходил к концу, и надо было возвращаться домой, в холодную, позднюю российскую осень. Мы находимся в порту на острове Хейлок. तुमको पाया है तो जैसे खोया हूँ